Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала. Смотрите, какие у нас малыши родились. Такие маленькие. Сонечка у нас довольная мамочка. Немножечко, конечно, ей тяжело было. Немножечко она болеет. Ну, ничего. Роды, конечно, были непростые. Конечно, 8 малышей. Да, Соня? Много, скажи мне, много. Девочка моя любименькая. Вот они малыши, 5-8 штучек. Вот такие все беленькие. Красавчики. Мальчики и девочки, еще точно не знаю. Мальчики, девочки. Это не твои, София, это не твои. Она думает, что это не твои. София, это не твои. Это Сонечки. Это Сонечки. Она думает, что это не твои. Сейчас мама придет, она кушать пошла. Мама кушать пошла. Так, а что ты кричишь? Что ты кричишь? Вот она, мамочка, с детками улеглась. Такие маленькие-маленькие. Роды, конечно, были тяжеловатые. Целый день я с ней просидела. 8 штук. Много, конечно. Потому что их немножечко растить проблематично. Столько их много. И кушать надо. Смотреть, чтобы они все кушали. Никто не голодный был. Все мамочка не хватало. Вот эти сладенькие, грузовенькие. У нас обычно в сумке такие были тигровенькие. Вот светлые, но она светлая, но они потом будут, у них все равно будут такие, как у Соньки. Такие вот, как масочка будет. Хорошие окрасы будут, красивые. Они будут голубоглазые, потому что папа голубоглазый, Соня голубоглазая. А это там плачет, сидит. Ой, я не могу. Да, София? Она хочет сюда. Она думает, что это ее детки. Ну, тесленки. Ну, тесленки. Джуни у нее еще будет. Она прям тужится, как будто она такое чувство. Я бы не хотела, чтобы еще было. Сисек-то 8 и 8 котят, ладно. Ну, еще один куда. Что-то как-то тужится. Не знаю. Не хотелось бы. Переселила я ее вот в этот манеж. Да, а Софийку туда переселила. Вот она сидит тут и вякает, и вякает. Детки-то. Ну, а тут у нас вот так. Ну, не бойся. Нет, 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 Сонечка. Все, бросила детей и пошла. И пошла. Вот они, маленькие наши деточки. Голубоглазики все будут. Маленькие такие, маленькие. 8 штучек. Сладкие такие, сладкие. Мамка убежала, все. Ой, а мой цветочек вот такой вот красивенький. Но его не поливали. Ну, я думаю, ему влаги хватает. Смотрите, какие бутончики красивые. Вот это вот тоже скоро распустится. В общем, так вот. Петушечка такая красивая. Вот. Красивый букетик, шикарненький такой.
И вот этот стоит. А этот как-то я вспоминала, как-то он называется. Ой, даже в интернете посмотрела, опять забыла. Такие вот листики у него. Ну, ему нормально здесь, я думаю. Пускай стоит. Я думаю, хорошо. Потом кошечек своих выпущу. Солнечко у нас родила, я засняла, покажу вам потом. 8 котяток опять, слава богу, что все хорошо обошлось. Слава богу. Потому что я так переживала, вчера целый день с ней сидела, роды принимала. В общем, она тяжело рожала. Ой, прям не знаю, говорю. Очень тяжелые роды были. Вот. Ой, птицы полетели. Вон они, как им хорошо. Вон они. Ребятишки мои сидят. Детский сад. Ой, какие сладкие, какие сладкие. А вот этот у нас какой сладкий мальчик. Смотрите, какой он сладкий. Колесенький такой. И вот эти вот карапузика два спят. Пятого карапузика, да. Сусочки. А этот сусочка сидит. Ну, вот так вот. Закрываю, конечно, фольгой от кошек, потому что могут залезть и спать с ними, потому что у них есть такое. Вот оно он играется, вот оно. Ну-ка, посмотри сюда. А, карапузик. Карапузичек, карапузичек. Ой, ты маленький. Ну. А мамка там с детками вон сидит. Ой, 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 как мы боимся. Ой, как мы боимся. Е, типуля посель, мальчуган. Сюда нельзя, сейчас прыгнешь еще. Ну, посмотри сюда. Посмотри сюда. Ты сладкий такой. Мольда сладкая. Ты мольда сладкая. Ты мольда сладкая. Выглядывай. Надо глазки нам помыть. Глазки грязные у нас. Время у меня не было сегодня. Я... Говорю, вчера целый день роды принимала. Время сегодня не хватило мне, чтобы котяткам что-то сделать. Вот сейчас только начала ими заниматься. Сейчас глазки помою. Вот. Да? Ребенок. Ребеночек. А, ребеночек. На папу похож, на папочку похож. Такая шерстка красивая. Ты мой маленький. Ты мой маленький. Так, сейчас я им поставлю игрушки, посмотрим их реакцию. Как будут они играться, нет? Новое что-то, да? Новое? Ну, идите сюда. Ну. Ну, посмотрите, шарики здесь крутятся. Да. Ну, посмотри. И мячик вот. И шарики. Не соображают. Не соображаем мы, да? Не соображаем, да, не понимаем, что от нас хотят. Эти мои сладкие. Игрушек хватает у них здесь, в принципе. Ну-ка, давай-ка, иди сюда. Смотри. Так. Смотрит, как шарик там крутится. Ну, идите поиграйте, ребятишки. Идите поиграйте.
для них новое, это что-то такое. Пеленочки вот здесь стелила, потому что они уже начинают писать. Сегодня муж купит песочек, я поставлю им песочек, а буду уже приучать в туалет. В туалет начинаю подкармливать, потому что месяц, считай, 2 дня. Буду подкармливать паштетиком, пока они еще сисечку сосут, но и молока хватает. Молока у нее много, она кушает хорошо. Вот так вот. Обследуем, да. Интересно, что же это такое? Вот настелила им здесь, чтобы тепло было. Ну, в принципе, тепло. В квартире нормально сейчас. Не холодно. Вот. Обследуем, да. Она не играется, это обследует. С игрушками мы играем уже, небольшие. Уже месяц и 2 дня. Никак. Нюхаем, конечно. Вот она гремит немножечко, как погремушечка. Это игрушки для маленьких деток. Это я для реборнов покупала. Вот они, им тут хорошо. Горшочек еще сегодня поставлю. Завтра начну помаленечку подкармливать, наверное, я думаю, завтра. Хотя и молочка хватает. Но должны приучаться потихонечку в туалет ходить. В общем, удобно вот это вот манежик, прямо спасает. Сейчас бы я не знаю, где бы я их держала. В той квартире у нас баб был такой большой, и что я могла там их держать. И там, все-таки там светло было. Здесь я не могу же в ванной комнате держать, а в комнате тоже не могу, потому что они везде в рассыпную, под диваном будут. И... Да везде. Это ненормально, что они будут бегать. И считаю, что вот так надо и приучать заодно. В одном месте должны быть. Котятки в одном месте должны быть, да? Ой, как боимся. А этот игрушек набрал себе. Глазки, да, помыть надо прям срочно. Глазки нам надо мыть, да. Детки. Детки, я для чего вам поставила вот эту, чтобы вы игрались. Смотрите, шарики там, видите? Шарики, да, интересно, давайте играйте. Это нравится вот овечки. Да. Там сидишь, ты спать хочешь, мамочку ждешь. Мамочка ваша гулять пошла на лоджии. Мама на лоджии гуляет. Да.